Добрый день, дамы и господа. Я немножко вас порадую родной речью после предыдущих выступающих. Пока загружается моя презентация на компьютер. Но я думаю, что сильно я вас не задержу. А если задержу, то Александр Иванович меня по-товарищески дернет за рукав и скажет: Виктор Михайлович, пора останавливаться. Нежно, но уверенно. Да, разумеется. Тема моего выступления связана, в общем-то, с предыдущими презентациями, и это облегчает мою задачу, поскольку много из того, что было уже сказано, подтверждает то, что собирался сказать я. Речь пойдет о централизации и децентрализации в наличном денежном обращении с точки зрения применения в банковской системе. В первую очередь, конечно, я буду обращаться к российскому опыту, но тем не менее и приведу данные исследования, которые проводила компания Currency Research. В частности, я выбрал в качестве примера две страны. Одна из них Австрия и вторая Австралия. Обе начинаются на А. Соответственно, содержание доклада, вкратце я вам об этом уже сказал, видите на слайде. Несколько слов о Currency Research. Это международная компания, занимающаяся организацией конференций, семинаров, консалтингом, а самое главное – организацией связи между профессионалами в разных странах. Благодаря деятельности этой компании я имею возможность время от времени встречаться со здесь присутствующими профессионалами, ну и с многими другими. Далее комментировать, я думаю, нет необходимости. Слава Богу, вроде читаемо здесь все, поэтому если есть какие-то вопросы и подробности, можно будет на перерыве подойти сегодня или завтра.